Здравствуйте, друзья! Хочу вам представить еще одну заготовочку на зиму. Это помидоры с рисом и с овощами на зиму. Вот у меня есть томатный сок, я уже помидоры прокрутила вместе с луком. Рецепт я напишу под видео. Перец сладкий я порежу мелким кубиком, чтобы он там просматривался. Рис у меня отваренный до полуготовности. Также нам понадобятся специи, растительное масло, соль, сахар, уксус. Начинчик порезала, закипает. И сюда же я добавляю рис. Друзья, такая заготовочка с помидорами, с рисом у меня получилась. Она выручит вас зимой, в любое время, даже сейчас. Можно, я одну баночку оставила под крышкой, будем кушать. Когда нет времени, быстренько открыл, разогрел, и, пожалуйста, готовый ужин, или обед, или даже завтрак. Вот, готовьте и вы.